местный Кремль. На этом красивый мост. В общем, открывая секрет. Если 3 раза пройти вокруг этого прекрасного сооружения, выйдешь замуж. Вот сейчас мы и проверим. 1, 2, 3. Мы в путь. Сейчас проверим, насколько это честно и правда. Ну, в общем, я подумала, если бы я жила в Великом Новгороде, я бы хотела выйти замуж, и я бы тут бегала каждое утро. Просто проснулась, 3 круга навернула, и похудела, и мужа встретила, и все прекрасно. В общем, эту шутку я оценила. Место действительно красивое, интересное, и мне нравится. А еще, оказывается, церкви служили в том числе и местом для хранения товара. Как бы выполняли еще одну роль. Так как это была церковь, значит, с нее воровать было нельзя. Thank you.